Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру God of War, третья часть, ребята. И идем в бездну, Кратос отправляется в бездну. Мы вышли через врата, которые благополучно открыли, решив головоломку. А точнее там, ну не такая головоломка крутая была, насколько надо было просто там, просто идти, просто задвигать блоки. Можете посмотреть в предыдущей серии. А ты получили, получи. Так, зачитаем. Бездна Тартара называется. Легендарное поле битвы, на котором сошлись боги и титаны в Великой войне. Титаны потерпели поражение и остались в бездне Тартара навечно. Вот такие вот дела, ребята. Остались они там навечно. Ладно, идем. Ах ты, посмотри на него, а! Хотел со спины мне дать, я что-то тебя не понял. А куда идти? Лететь? В бездну? Нет, в бездну мы не полетим. Мы будем потихонечку туда спускаться. Ребятки, смотри, что я умею, да? Бам! Земля сотрясается, все отлетают. Вот это я себе ручищи взял Геракла. У Геракла отобрал. Вот нифига себе. Давай-ка. Нифига, я чуть... Я сундук, главное, открывал. А он меня отбил от этого сундука, не дал открыть сундук. Нечестно, нечестно. Ладно, идем дальше. Фиг с ним, с этими скелетами. Мне интересно, что дальше будет, куда мы спускаемся, потому что в этой бездне может быть что угодно. Так, давай, можно суперударом всех сразу. Хорошие ручищи. Надо, кстати, их развить. А почему я ничего не развиваю? Ну-ка, давай разовьем. Где эти ручищи-то? Немейский... Вот, немейский цестус. Вот это надо развивать. Давай, изучаем. Отлично. Будем бить сильнее. Можно еще один уровень им дать. Все, супер. Чуть-чуть до пятого еще потом наберем. Еще 8000, грубо говоря, опыта. И все будет зашибись. Ну-ка, давай сейчас попробуем накатить кому-нибудь. Эй, братва, вы где? Когда вы нужны, вас нету почему-то рядом. Слушай, хорошо, хорошо вообще бьет. Отлично, прям с одного удара почти лупит. Да не почти, а вот раз, два и все. Ну, два удара пускай, ладно. На пятом уровне, наверное, будет вообще с одного удара. Полетели. Только не в бе... Ай, блин, я полетел просто вниз. Ладно, хоть здесь начали, отсюда сохранялка сработала. Полетели, говорю. Кратос, ты ж хорошо летаешь, пошли быстрее. Где надо, включай крылья свои. А это что валяется? Это что валяет? Мы что-то нашли, подожди. Ну-ка рассказывай, что там лежит. Пощупал, пыль какая-то что ли, или что? Ну, сейчас узнаем. Так это рука чья-то, мы на руке. Ё-моё, сейчас нас схватят. Кто это? Рука в руке. Убийца Геи явился ко мне? Крон! Я знаю, что это ты убил ее. Да это не я убил, ты чё? Кто же еще? Из-за тебя я живу в мучениях. Когда ты забрал ящик из храма Пандоры, Зевса обуял страх. Он бросил меня в бездну Тартара. Боги повелели мне убить Ареса. Ты убил Ареса, потому что ты желал мести. Но на этот раз кара пойдет... Эй, ты что творишь? Погоди, подожди, давай поговорим с тобой. Нифига, какой я маленький, меня можно двумя пальцами раздавить. А, хорош, ты что, ты такой здоровый против меня маленького тут лезешь? Офигел, что ли? А, у него еще и кровь есть, ничего себе. Так ты живой? Ай, больно, ты что делаешь-то? Не понял. А что мне здесь делать? Стоп, ну я давил вроде бы, все нормально. Может, не надо меня так сильно прессовать-то, а? Так-то больно.
На анализы кровь взяли. Из пальчика. Не-не-не, хорош. Ты не видишь, что ли, что так не надо делать-то? Еще раз на анализы взяли. Может, мне куда прыгнуть, ну нажать что-то? Не знаю, просто сидит на нем и все. Да отпусти ты меня, блин! Ты что, не видишь, какой ты здоровый? Я какой маленький. Так, удерживай, отпустите. Вот, что-то делаем. А, мы сейчас светанем ему. Подожди. Мы сейчас ему посветим, смотри. Мы сейчас ему будем светить этим. Мы его ослепим маленечко. Вот, мои глаза, вот что. Он меня просто вышвырнул куда-то. Все, я полетел. По пути цепляемся за его пальцы. Блин, как с таким большим бороться-то, а? Проклятый смертный! Ты заплатишь, когда зрение вернется ко мне. В смысле, у него что, я его надолго лишил зрения, что ли, получается? Вроде такой здоровый. И боится маленького фонарика. Хотя у меня, да, фонарик-то мощный вообще, просто мощнейший. Откуда они вылазят, я не пойму, из какой-то фигни. Из пальца, что ли? А, они у него и как будто вон откуда-то из руки вылазят. Погоди, ты руки-то не опускай, ты видишь, что я начинаю падать тогда. Так, а куда мне, как теперь мне залезть? А, все хорошо, сейчас... Сейчас я зацеплюсь, подожди, ты главное не крути ничего. А куда выходить-то? Че мне тебе выходить-то? Как я с тобой бороться буду? Выходи такой, выходи и все. Найди себе равного, блин, здорового какого-нибудь. Куда идти? А, вот, проход надо себе расчистить. Я ему прыщ удалил там. Так, давай, пацаны, подходите. Лучше толпой сразу, чтобы я мог вас шарахнуть много. Тебе не уйти от меня. Да как не уйти-то? А, стой, он меня сейчас замучит. Отвали. Чё вам-то не имется? Идите спите. Дай поговори с чуваком. А, убери руки отсюда. Ты меня так не пугай. Я и так пуганный. Хорош ты, как чё, я и так ничего молчу с тобой, не разговариваю даже. А, подожди, можешь по пальцу ему дать, по ногтю. А, вон, почти застрял. Ну-ка еще раз давай. Тихо, ты чё? Чё тебе до Кратоса докопался, блин? Хорош, он еще и дует на меня. Своим смрадным дыханием. Ты чё, блин? Иди зубы почисти, я не знаю, чё-нибудь придумай. Так, чё сделать-то надо? Давай, пальчик свой, где ты там? Вот! Есть! Цепляемся! А, всё, понял. Вот так. Тащим за пальчик. Я тебе не червяк, ты чё? Слова выбирай, ты чё, блин? Я тебе тоже не муха. Подожди, о, попадаю, хорошо, всё. А, не по нему попадаю, я думал по нему. Откуда ты взялся-то вообще, а, на мою душу, а? Жил себе спокойно, хотел из царства этих убежать. Царство мертвых. Ай, куда бить? Куда ему бить? Ну-ка, покажите, куда бить. Давай, скелетончики разлетелись. Ай, я не успел нажать, сейчас меня сдует. Прикинь. Все сначала, да? Нет, ладно, не совсем сначала. Я это слышал уже от тебя, иди нафиг. Ааа! Прям сверху пальцем меня придавил.
Я даже... Ну а где вот от него, от этих пальцев-то спрятаться? Взял и шлепнул просто. Так, может где-то еще какая-то есть лазейка, куда можно выбраться-то, а? Так, ну, а может пострелять ему надо, а? Он сейчас опять будет фигарить пальцами. Так, куда? О, я попадаю, только не по нему. А может надо было залезть наверх туда, на палец? Пока они здесь, да? Сейчас еще раз. Еще раз ударит, я попробую залезть. Ну, бей быстрее, только не по мне. Да ё-моё. Отвалите все вообще, лезут постоянно, как муравьи. Ну, давай. Давай только аккуратно бей, блин. А, вот, вот тень, надо по тени. Куда? Куда? А, подожди, может вот сюда куда-нибудь? Не, нифига. Надо по тени, потому что по тени видно, куда он бить собирается. Вот сейчас куда? Вот. Сюда. Но мне-то сейчас что делать? Не понимаю, может его приманить надо куда-то, чтобы он вот сюда, может, ударил себе по больному месту. А-а-а! За что мне так? И цепляться-то не за что. Отвалите, ребята, честно слово говорю уже, вот предупреждаю. Куда? Вот. Все нормально. Я не улетел. Сейчас он опять ударит. Давай пробовать еще бить по пальцам, может что получится, а? Ничего, он не бьется, когда я его бью. Тихо, 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 ну он кип... Вот надо же что-то сделать здесь. Как мне, куда ему, что сделать, супер ударом можешь каким-нибудь ударить. А, вот опять он на меня дует. Ну, давай. Не, ну надо здесь что-то, когда вот он так бьет. Давай супер ударом. Че, кого пришлем? Циклопа я там прислал. Не бьет ни циклоп. Ничего, не циклоп, да? А, вот сейчас надо. Нет, сейчас не надо циклопа, подожди. Хорош дуть уже, а. Как будто так и надо, чтобы он меня сдул. Давай пальцы сюда свои. Циклоп пошел. А чё циклоп... А, магии нету. Ну куда тогда, я не знаю, что с ним делать. Мне по нему не попасть. Давай, сейчас, я бью тебя уже. Не знаю, куда прыгнуть. А, вот, залезть же надо было всего лишь. Вот, вот это был затуп, да, называется. Ладно. Поехали дальше тогда. Эй, я не ту клавишу нажал, он меня сейчас сдует. Ладно, теперь я знаю, что с ним делать. Ты и правда искусный воин, Кратос. Так, отпусти, не надо дуть. Что теперь? Ну-ка в нему в нос стрельнуть. Хорош, а? Я видел, как подлетают от твоих этих дыханий. Опять ты начинаешь, а? Так, а, подожди, опять глаза, я понял, понял, быстрее, включай. Надо зарядить. Бам! То-то, он же прозрел, я вижу, что он прозрел теперь. Надо вот так, да, с ним... пацаны, давай-ка вниз уже идите. Вниз спускайтесь, летите уже куда-нибудь. А мне надо наверх. А зачем мне наверх? Я пока не знаю. Но надо пробиваться к тому. Не знаю, один палец мы ему уже, так сказать, подстригли ноготь. Глаза уж два раза ослепили, надо что-то еще придумать. Я давай знаю, наверх. Что ты где-то здесь. Ай-яй-яй, чё не цепляется? Он меня увидел, наверное, да? Или нет пока?
Пока нет. А, вон, ну цепляйся, что надо сделать-то? Все, допрыгнул. А, все, вижу. Полетели, только надо прыгнуть. Ну прыгай, цепляйся, я же нажимаю. Вот. А ты-то еще откуда взялся, кто такой? А, это с молотом кто-то. Ну давай, ладно, с этими я умею бороться. Иди сюда, на тебе еще удар, вот. Давай сюда, топор свой, то есть этот, не топор, булаву. Ах ты, блин! Подожди, дай молот. Так, эти тоже разлетелись все от удара. На-на-на-на-на, сейчас поговорим с тобой, братан. Подожди-ка, дай-ка мне этот. Это для тебя слишком тяжелое для тебя, говорю, отдай. А я нормально справляюсь, видал что? К стене припечатал его вообще. Так, ребят, отходите, либо прыгайте уже туда вниз куда-нибудь. Либо свалите отсюда. Так, что надо сделать? Поехали, открываем ворота. И что мы там видим? Бамс! Что это? А сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем. Мы поменяем оружие, будем бить руками. Ох ты, сколько вас много тут, ребятки. Ну ладно. Ладно, подходи, подходи. Ой, отлетели все. В смысле, ты чё, ты куда меня оставь? Оставь на место. А где я? А, я здесь, ползу. Вот ты где, Кратос, говорит. Слышь, не надо на меня так наблюдать за мной, не надо так. Давай глаза подставляй, у меня есть удар для тебя. Готов? Во! А, он подожди, он свои глаза прячет пока. Не-не-не-не-не-не-не, ты чё... Все, ребят, похоже, как муху раздавили. А, нет, еще жив, смотри. Ладно, 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 все, я тебя понял. Ты вообще хочешь нарваться сильно на меня? У меня меч так-то есть. Ты что, забыл про него, что ли? Я-то помню про него. Ну, хотя для него это как укол иголочки, наверное, блин, меч мой. Чуваки, как мы только с вами тут уже не ползали. И влево, и вправо, и вбок, и вкривь. И вот так еще ползаем... Зацепившись, вы чё? Я-то ладно умею, вы как научились так? Ну давай дальше пошли. Эй! А, R1, быстрей! Раскачаться надо как следует. Давай, раскачивай. Еще прыгай! Вот так хорошо. Толкай! Еще цепляйся! Еще цепляйся! Я куда-то лечу, вообще непонятно. Все. Зачем ты бежишь? Куда бежишь? А что мне делать? Ты что думал, блин? Тебе не уйти от меня. Уйти? Блин, я не успел нажать R1 там. А вот сейчас успею, давай. Ты бежишь, Кратос? Смотри. Уйти, смотри. Видал? А ты говоришь, не уйти. Все, уйти, все нормально, пацаны, все, идем дальше. Давай с балкона, вали отсюда уже. Я знаю, что ты где-то здесь. Да я... Куда я еще денусь? Ты чё? Нифига какой вылез. Кратос. Так, погоди. Он меня сейчас может больно бить, кстати. Давай лучше я тогда буду больно бить его. Оп. Ну и, наверное, этот... А, это какой-то циклоп только, какой-то весь оборванный. Оборванный циклоп без кожи. А, все, мы им управляем, смотри, что. Видал, что могу. Пацаны, лучше отойдите, я сейчас себя не контролирую вообще. Отходи быстрей. Он из плеча, что ли, у него вылез, или откуда? Ой, иди ты, что, поп, не та клавиша, все. Не та клавиша, меня выкинули сразу. Давай еще раз. Так, там был треугольник, не знаю в этот раз будет ли треугольник. Если что покажут, то и нажму. Да подожди ты, не этого надо, вот этого надо бить.
А то те так и будут лезть бесконечно. Бабамс! Еще, еще подходи. Да не этого бери, блин, большого бери. Залезай, все нормально. Возьми за глаз его. Эй, пацаны, пацаны, погуляем немножечко. Да чё ж меня так мотыляет-то, а? Из стороны в сторону, надо вот эту бить штуку. Чё это, плечо или чё у него? Залезь обратно, залезь. Не хочет. Всё отлично. Видал, что получилось-то с этим циклопчиком? Ну все, вот глаз. Глаз, мы же искали глаз. Вот нашли глаз. В смысле встает? Ты еще жив, что ли? Подожди, или это другой уже? Да подожди ты, что ты? Дай мне зацепиться за тебя хотя бы. А, это другой, прикинь. А что я не доделал-то тогда? Я вроде все бил нормально. Во! Так, вот здесь главное мне не промахнуться, клавишу нужную нажать. Клавишу. Вот. Вот я зацепился, все хорошо, все. Зачем? Ты что делаешь? Я же не пища. Дурачок какой-то, а? Дайте, дайте, вылезти, вылезти, вылезти. Он еще что-то сожрал. Не, походу вниз надо. Походу вниз. Ладно, надо вниз быстро, быстро, быстро. Нет, 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 сейчас раздавит. Сейчас раздавило. А как быстро тогда мне слезть? А, я понял. Перебежками, да. Как прыжками надо, прыжками. Давай, прыгай влево. Побежали, поплыли точнее вниз. Куда? Отвали. Давай, давай, какой же у него там длинный этот... Как это называется-то? Ну, короче, он здоровый, поэтому у него все огромное там. Ай! Видал, что могу? А, подожди, подожди, подожди. Вот так еще сделаем тебе. О, ребят, я выход ищу. Мне надо вылезти. Не надо было меня есть, понял? Я же тебе говорил уже, предупреждал об этом. У тебя камни в почках, чувак, ты чё? Так, а, ты получил то, зачем пришел? Пощади. Ты получил камень. А чё, есть выбор? Можно выбрать, нет? Ладно. А, вот это что-то зависло просто. Пощади меня. И что мне надо? А, вот, побежали. Куда сейчас? А, мне надо, наверное, добить его. Полетели. Серия ударов мощных. Что я сделал? Что я сделал тебе? Это ты вообще-то на меня нарвался, а не я на тебя. Гвоздь получился. Я ему подбородок проткнул. Не, ну он такой здоровый вообще, капец. Просто огромный. Ну это ему... Да это фигня ему, что... А, я ему руки стянул так. Ну а ты думал, как? Ну я на тебя не нарывался, ты сам. А сейчас что? Так. Подожди, у меня, смотри, что есть. Слепанул? Ладно, давай пройдем дальше. Ну вот, как-то так. Как-то вот так. А чё еще? Как с тобой поступать-то, я не знаю. Это ты, главное, приходишь, нарываешься на меня. Я даже мухи не обидел, понял? А ты меня как муху хотел раздавить.
Здоровячок. Червячком назвал еще меня. Чем больше шкаф, тем громче падает. Вот это истина, ребята. Приз получен, убийца титанов. Давай, ворота, дай мне куда пройти вообще надо, блин. Полетел. А что-то внизу мы... Гефесту. Мы к Гефесту шлепнулись. Кратос, ты оружие сделал? Ты послал меня на смерть. Нет, успокойся, Кратос. Я знал, что ты выдержишь бой. Это он открыл ворота нам. Мне в самом деле был нужен камень Омфал. Сейчас увидишь. Так шевелись, старик. Сейчас он нам из этого оружия сделает. Не терпит спешки. Ради этого стоит и подождать. Это оружие несравненно. Давай, мастери. Я чуть там не сдох, пока бегал за этим камушком. Как я и обещал. Что это? Что это, ребята? Ну-ка посмотрим, давай, что ты там сделал нам. Вот, новые когти. Получай свою награду. Нафига он мне так шарахнул? Что со мной, ребята, током фигарит мне? Помогите. Я стал электрическим. Он меня убить хочет, прикинь. Козел, а. Мы с тобой дружили так долго, а ты что делаешь-то? Ну все, теперь получай своим же оружием, понял? Свое же электричество обратно. Сейчас еще тебе будет, смотри. Хорошо цепануло, да? На еще. Вдвойне тебе будет. Понял, как против меня идти? Ну, короче, как-то так. Короче, так. Моя прекрасная Пандора. Прошу, пощади ее. Ладно, пощадим. Ничего страшного. Прости меня. Вот такой вот исход. Хотя мы с ним нормально дружили всегда. Бич Немезиды сделан из камня Омфал. Богом-кузнецом Гефестом. А вот мы их сейчас как раз ее и опробуем. Бич этот. Новенькое оружие. Так. И куда нам теперь дальше идти? Будем разбираться уже в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк видео. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.